Привет, мои хорошие! Привет, мои дорогие! Привет, мои золотые зрители! Вы знаете, мы подходим к 2000 подписчиков, и мне не хватает всего 8 человек. Надеюсь, кто меня смотрит, поможет мне в продвижении моего канала и подпишется на меня. И у нас сегодня же появится 2000 подписчиков, с чем я вас и себя поздравлять буду к вечеру. И очень-очень вам буду благодарна. Ну, а мы делаем с вами серию по-быстренькому. Приготовить что-нибудь из еды, что-нибудь к чаю. И сегодня у нас с вами будет по-быстренькому очень оригинальный рецепт. Если досмотрите до конца, будет очень интересно. Ну что, мои хорошие, а сегодня у нас опять блеттер-тайк или слоеное тесто, по-другому его называют в России. Многие любят слоеное тесто за его нежность и универсальность. Ведь можно делать слойки с различными начинками, начиная от варенья, заканчивая мясо, фарша, колбасы, сыра, все что угодно можно туда положить. Магазинные слойки – это дороговато и не всегда вкусно, поэтому многие хозяйки предпочитают покупать слоеное тесто и печь дома. Мы с вами делаем слойки из колбасы и сыра и слойки с яблоками. Приготовленные по этому простому рецепту выручат вас в самых разных ситуациях. Например, в случае с появлением на пороге незваных гостей или если в будни вечером вдруг вам нестерпимо захотелось чего-то вкусненького. Конечно, можно сбегать в магазин и купить готовые пирожные или торт, но согласитесь, домашнее всегда вкуснее. Другое дело, что иногда нет времени, сил или желания несколько часов возиться с тестом. Так вот, в этом случае пригодится рецепт слоек с яблоками, колбасой или сыром. Возьмем готовое тесто, нарежем фрукты, сформируем пирожки и отправим в духовку. В общем, весь процесс займет не более 45 минут, а результат принесет самые лучшие гастрономические впечатления. Я хочу вам сказать, что принцип моего сегодня приготовления – это те же елочки, да, современные сейчас закрученные, или слоечки вот такие. Поэтому все мы делаем, ничего не выдумываем, ничего не придумываем. Этот способ слоеного теста уже давным-давно показан в интернете. И поэтому я ничего нового вам не покажу и не расскажу. Аккуратненько закручиваем каждую из слоечек. И не забываем смазывать их сверху желтком. Для яблочных слоек нам нужен сахар, нарезанные полукольцами яблочки, хорошо промытые и просушенные. Сверху я еще раз посыпала сахарком и цинком. Все завернула, сделала надрезики и на противень. Желток с молоком перемешали и обильненько смазали свое слоеное изделие. Ставим в духовочку на 180 градусов, на вентилятор я ставлю, и минут на 25. Все зависит от вашей духовки, да? Смотрим, как зажариваются, как поджариваются. И ждем готовые слоечки. Thank you.
Хрустящие, воздушные, с сочной начинкой и такие сытные. Это про быстрые слойки ветчиной и сыром. Они хороши для завтрака, перекуса и просто к чаю. А приготовить слойки можно даже начинающей хозяйке.